светлого праздника Михаила Архангела, покровителя нашего города и области. Его изображение вышивали на воинских знаменах на Руси, считая его покровителем земли русской. Возможно, поэтому на далекой северной окраине России был воздвигнут Михайло-Архангельский монастырь, вокруг которого и разросся позже град Архангельский. Добро пожаловать к нам на праздник съезжий, на Михайлов день.
Съехались мы сегодня со всей области, ведь и у нее праздник области на нашей нынче 81 год исполнилось. Михайлов, в тот день весело да шумно всегда отмечался. В каждом доме ожидали да принимали гостей с большим гостеприимством и радостью, и сами ходили в гости с удовольствием. А какие гости-то в старые времена были, какие песни да пляски какие выстраивали. Между прочим, танцевать и петь у нас и по сей день любят и умеют. Вот сами поглядите, а то и вместе приплясывайте да подпевайте. Ваши друзья, ваши аплодисменты!
свататься идет. Мимо этой вишни, прямо в эту хату. Парень бравый свататься идет. Русский север, край невероятных просторов, раздолья, край редкого богатства и редкой красоты, которая и поныне еще не утратила своего очарования. Север — это штормы и бури студеного моря, северный народ, поморы, люди великого мужества, выносливости и терпения. Живем мы с вами в славном граде Архангельске и гордимся тем, что родились на севере. Гости дорогие, скажите-ка, кто мне скажет, чем славится наш город и наша область? Ну, пожалуйста. Давайте, кто ответит? Лесом. Лесом, правильно. Есть еще какие-нибудь у нас? Рыба, треской, конечно же. Еще? Что-что? Песнь, алмазы. А, ну да, точно. Алмазы, песни. Да. А еще? Да. Газ. Нефть, газ, хорошая у нас область. Да реками, реками славится еще наша Архангельская область. Все правильно вы сказали. Богата наша область Архангельская и лесами, и песнями, и, конечно же, реками. Да, реки-то у нас величавые, неспешные, широкие. Двина Северная, Вага, Бинега, Мизень, а мелких-то речушек и не перечислишь. Ты моя добрая девчонка, ты вина.
Широкими, морем белым и людьми работящими да мастеровыми, а еще музыкантами и артистами талантливыми. Далеко на северо-востоке нашей области по течению реки Мизени и ее притоке реки Вашки расположен Лишуконский район. О речных ледовых переправах его жители знают не понаслышке. А уж сколько в этих краях пивуней голосистых, которые бережно передают своим детям и внукам фольклорные традиции. Славится Лишуконская земля своим песенным искусством. Хор-то почти в каждой деревне есть. В районе можно услышать много северных старинных песен.
Да что долго рассказывать? Давайте послушаем. Yeah.
народным фольклором. В каждом районе, да что там в районе, в каждой деревне одна и та же песня поется по-своему, так как никто ее больше не поет. Наверное, поэтому Архангельск так полюбился людям, приехавшим к нам из Украины, песни которых созвучны с нашими и славятся своей мелодичной задушевностью. Мы благодарим всех, кто занимается сохранением культурных традиций Украины. Пожалуйста, какая самая главная река у нас в Архангельской области? Двина. Правильно, Северная Двина. А скажите, один из самых больших притоков, правая рука Северной Двины, какая? Река? Пинега. Пинега, правильно. А реки Сея, Покшенька, Сура, Выя и еще несколько ее притоки. Также песен в Пинежском районе великое множество и красивых голосов. Об этом крае говорят: к Пинежью привязываешься сразу, а расстаешься с грустью,
и запоминаешь навсегда. Из поколения в поколение поются народные песни, пересказываются особым пинежским говором былины и легенды. А бабушкины сарафаны служат по прямому назначению. Досмотрите сами. Да.
дорогие гости, что ж тут правда, а что ложь, вам виднее. На то и сказки сказываются, чтоб позабавить. А вот я вам сейчас одну только правду говорить буду. Одна из самых больших рек Архангельской области, которая впадает в Белое море. Какая? Река Мизень. Название реки означает «река удачливая», «удачное место охоты и промысла». По этой реке проходил торговый путь, а притоков у Мизени более сотни рек и речушек. Прилив высотой 8 метров дважды в сутки считается одним из уникальных природных явлений. Также уникален и песенный фольклор Мизени. Сколько фольклорных экспедиций принимал у себя этот хлебосольный край? И не перечесть, тут, где ни тронь, всюду песня, так говорили собиратели. Самыми многолюдными и красочными считаются на Мизени съезжие праздники Петровщины, составной частью которых были хороводы, круги, столбы. И ходичи, вот так вот, пойдут красные девки хоровод ведь добрым молодцам любование, а седым старикам утешение. Вот послушайте, да посмотрите. Thank you.
рассказали нам, как на севере пели да гуляли. Ну, а сейчас давайте-ка вспомним, как на севере говорили. Вот вы смогли бы понять человека, который жил в Архангельске лет так 100 назад, а может быть и 200? Есть такое понятие «поморское говоря». Мы сейчас будем вам слова ранешние загадывать, а вы будете нам отвечать, что же они такое значили. Вот и проверим, какие у нас тут сегодня поморы собрались. Ну что ж, давайте-ка узнаем, кто знает, что такое говоря? Речь. Правильно. Речь, разговор, молодцы. Хорошо, а тогда скажите, что такое паска? Красиво. Ну, правда. Молодцы. Так, а следующее слово благо? Не совсем точно. Нет, есть еще другое у него. Так, что такое благо? Значит, что? Много, правильно. Много, нет, добро говорили, а есть много еще понятий. Да. Ну хорошо, а что такое байна? Или... Баня. Бай. Баня. Ну вы даже нам не даете сказать. Так, отлично. А кто такой баюнок? От слова баять. Говорун. Нет, не Нет. Кто? Разговорчивый мужичок. А разговорчивый мужичок это как? Кто он? Сказочник. Сказочник, да? Отлично. Хорошо, у меня вопрос есть. А что такое гудок? Это дудочка. Нет, это маленькая, как скрипочка гудок. Ну, это древнерусский музыкальный инструмент, похожий на виолончель. Отлично. А тогда скажите-ка мне, кто знает, что такое, что означало слово кошка раньше? Ну, кроме того, что есть животное кошка. Что? Отмель на реке. Отлично, отлично. Ты посмотри, сколько у нас тут. Тогда давай последний. Поморов собралось. Давай, что такое майна? Майна. Прорубь. Отлично, отлично, все отгадали. Ну, молодцы. Ну что ж, не только песнями, реками, лесами да нарядами славится наша сторона. А как вы думаете, славится ли наша сторона сказительницами да сказочниками? Да-да. Конечно, еще О, как. Еще как славится. Таких сказок, как у нас, нигде больше ни выдумать, ни рассказать не могут. А вот и сказочница наша Елена сейчас выйдет. Встречайте, послушаем ее. Несознательный муж. Ранее то бабоньки мой мужик вот несознательным был. Мне в клуб вот сходить охота, песен попеть. Да что нового послушать? А он ругается, проходу не дает. Ругается. Нечего там делать, знать только шляться ходить. А соседка-то моя, разлюбезна моя Полина, и шо и подстрекать? Сходи кофе клуша, глянь. Все теперь еще в клуб отходят, и ты сходи. А я идти-то боюсь. Мой мужик вот разойдется, мало не покажется. Ну, дома-то уж вымыла, вычистила, прибрала, еду какую-никаку сварила и пошла таки. А идти-то боюсь, ноженьки-то не несут. Так дорожка-то, веришь ли, как бы с ума ко мне бежит. Да и клубок близехонько стал, на полтораста верст короче. Да и вход вот примехонько ко мне повернулся, двери сами открылись. Иди, голубушка, в клубе-то народишу полно, все толкаются, оратора слушают. И я уши навострила, как глянула, а на трибуне-то мой окаянный стоит. Да и шо я агитирует? Мол, женщины, вы, дескать, идти должны с мужиками вместе к хорошей жизни. Ну, тут уж я разошлась, не хуже самовара горячего. Ногою така топнула, руки в боки, на него зыркаю и говорю, и что это ты, супостат ты такой, а
агитируешь, а мне выйти никуда не дашь. Ой, бабоньки, что было? Но с той поры все иначе стало. Хожу, куда хочу, а он еще и отправляет. Сходи, говорит Хитлуша, перед кином доклад будет хороший. Послушай. Всегда русский народ любил песню, веселую да грустную. Она сопровождала людей во время труда и праздника, помогала работать и отдыхать. Народ берег родную землю и воспевал ее красоту в песнях да сказаниях. Пели-то у нас везде и всегда, и у себя дома, и на работу идут или едут, поют. И в радости, и в горе с песней. Ничто так не радует и не согревают душу, не очищают ее так, как старинная русская песня. Ой, горький, озера,
двух берегах красавицы Северной Двины расположился Красноборский район, имеющий старинные фольклорные традиции, самобытное явление русского народного искусства. Шеломя – историческая местность на территории Красноборского района, известная еще с середины 16 века. Название идет от древнерусского слова «шелом» – «холм». Но не только красивейшая природа и старинные храмы делают Шеломенские холмы притягательными. Да, Шеломя – долина реки Евда, которая временами похожа на пересыхающий ручей, а затем становится полноводной. Даже пороги и перекаты встречаются в ее умеренном течении. Течение реки нашло отражение и в местных фольклорных традициях. Кормят нас рыбой, служат нам путями, дорогами, летом по воде, зимой по зимнику. И дороги эти самые надежные и привычные. Они такая же часть любого северянина, как и песня. В разных направлениях, пронизывая землю, река достигает самых отдаленных мест, и в каждом из них поют свои песни. Задумчивые, протяжные и залихватские. Просто диву даюсь сегодня, какие гости у нас собрались, все знают. Действительно, и поморскую говорю знают, и песни легко угадывают, и слушают внимательно. Прям одним словом, северные люди здесь сегодня. Я плету свою
Сегодня мы с вами убедились в единстве нашей северной природы и культуры.
песенной, танцевальной, фольклорной, рекой разливается песня на нашем съезжем празднике, затрагивая сердце каждого из нас, а мы ее часть, ее отражение. Пусть будет всегда тепло и сытно. Добрых вам вестей, хороших вам друзей, встреч. И, конечно же, здоровья вам. До новых встреч, гости дорогие!